Доброго времени суток, с вами интернет-магазин Electronov.ua, и у нас на обзоре третья рука ZD126-2. Перед просмотром видео рекомендуем подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших обзоров. Не хватает места на столе? Есть решение. Универсальный манипулятор ZD126-2 отлично справится с несколькими заданиями одновременно. Это устройство станет незаменимым помощником при пайке, сборке мелких деталей или в ювелирном деле. Манипулятор состоит из держателя с лупой диаметром 65 мм для увеличения X4 и меньшей лупой диаметром 17 мм для увеличения X12, расположенной на поверхности. Также манипулятор оборудован спиральным держателем для паяльника и двумя зажимами для платы типа крокодил. Для автономной работы в конструкции предусмотрена пара светодиодов, питание которой происходит от трех батареек типа 3А. Особенности. Встраиваемая подсветка, подставка под паяльник, расходные материалы для пайки, питание 3 батарейки типа 3А. Купить данный товар можно на нашем сайте по ссылке в описании. Надеемся, что видеообзор был полезен для вас. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч!